Всем привет, дорогие друзья! Вышло обновление для крутого симулятора военной русской техники на Android. Я в эту игру ни разу не играл, но вот увидел, что вышло обновление и решился записать на нее обзор. Поэтому сейчас я буду ее обозревать, типа как новый симулятор русской военной техники на Android. Если вы в нее раньше играли и удалили, то вот знайте, что вышло это обновление. Также я в принципе не понял, что добавили нового, потому что в полимаркете не написано, что новое добавили, и также не написано в группе ВКонтакте, что новое добавили, но мне написали типа новая локация, но я же не знаю, как раньше все выглядело, поэтому буду обозревать как новый симулятор русской военной техники на Android. Погнали! Настроечки! Заходим сюда, вот, графика ультра, выключаем, это что у нас, плотная растительность, ну я как бы включил, да, и вот так это выключить, это вот так вот включить. Нажимаем сохранить и нажимаем на минус, выходим, теперь нажимаем начать, и получается есть три линии автомобиля. Первая линия, которая нам доступна, вторая линия, которую нужно открыть за 2000, и третья линия, которую нужно открыть за 5000. Нифига себе там техника, посмотрите, офигеть. Так, что у меня, УАЗик, Патриота, Нива и вот этот вот, да, Тигр, да? Тигр, да? Не знаю, выбираю Ниву, не знаю почему, просто хочу. Потом можно нажать на автомобиль, и есть некоторые возможности по тюнингу, а именно камуфляж изменить можно и привод. Если вы выберете другой автомобиль, допустим, Патриот, то там можно поставить пулемет на крышу. Это тоже очень круто. Также в этой игре можно стрелять, но нужен специальный автомобиль, где есть этот пулемет или ракетницы, и с помощью него вы можете стрелять. Так, это воинская часть. Я могу также выходить из автомобиля. Все у нас прекрасно работает. Садимся, завести автомобиль, либо же его заглушить. Различные виды камеры. Это вид от первого лица. Все очень круто выглядит, серьезно. И графика, и физика. Я тут знаю, что есть проезд, и можно ехать в другую часть. Только я не знаю, что это за часть. Так, давайте нажмем на шестеренку и посмотрим, что это такое. Там вроде мини-карта. Да, все верно. Интерфейс можно поменять и управление. Ну, вроде все. Поехали, поехали. Вон шлагбаум. Нам туда надо. И куда-то эта дорога нас ведет. Я не знаю, куда, поэтому сейчас будем с вами тестировать эту карту. О! Ну чё, не вопрёт, ребята, не вопрёт, чисто Russian техник, техник, да. Так, ой-ой-ой-ой, сильно, зачем, ой-ой-ой, зачем такие резкие повороты, а? Я же сейчас не выйду, ну ничего страшного, я думаю, что Нива должна заехать. О, конечно, ребят, это же Russian техник, ёптэдэк, тем более Нива. Так, продолжаем ехать, аккуратненько, не торопимся, давайте включим вид от первого лица, типа, реальная лайф. Так, 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 аккуратненько. Ладно, что-то я так не хочу, ребята, блин, я потерялся. Так, извиняюсь за вождение, просто давно вообще ни разу не играл в эту игрушку, вот первый раз. Так, а это что за дорога? Вон, еще туда можно поехать. Вот куда ехать? Вперед или направо? Ладно, поеду направо. Там какая-то башня стоит, типа другая воинская часть. И так будет очень круто. Я думаю, что сейчас мы с вами покатаемся на этой Неве, потом выберем другой военный автомобиль и поедем еще кататься. Так, вот здесь тоже очень круто. Посмотрите, это типа другая воинская часть. Так, что написано? Ремонтно-техническая база, да? Хорошо, можно прямо еще проехать, но я хочу заехать, где этот шокбаум стоит. Так, разворачивайся, давай. Вот, отлично, открывайся. Все у нас работает автоматически, не нужно сигналить. И продолжаем с вами ехать, посмотрим, что тут будет. Так, ну а скачать, конечно же, можно по ссылочке в описании. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Так, огнетушители, ну понятно, здесь должны быть автомобили стоять и их ремонтировать, типа, да? А теперь давайте сядем в автомобиль и выберем другой автомобиль. Так, выход в меню. Нажимаем начать. Чтобы выбрать, я не знаю, давайте сперва этот тигр выберем. И здесь, может быть, у него есть это оружие. Да, вот, смотрите, ракеты. Во, ракеты поставились, но я с него не могу стрелять, с этого тигра. Потому что здесь кнопочка должна быть стрелять. По сути, это должно быть. Или мы должны с вами на специальное обозначенное место приехать, и уже потом мы должны с вами стрелять. Я думаю, что, возможно, это все так. Кстати, есть у нас еще свет фар и поворотники влево-право.
Но раз мы уже начали смотреть новые автомобили, давайте выберем УАЗик и посмотрим, что у него доступно. Ну ничего, просто УАЗик, как УАЗик и все. И последний автомобиль, который нам доступен здесь, это вот УАЗ Патриот. У него что, ничего нету, можно только скин поменять и привод, да, поставить и все. Так. Ну как-то вот так вот, ребята. Если что, качайте. Но на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.